Дорожная карта бизнеса оказывает поддержку начинающим предпринимателям. Только в Мангыстауской области в этом году реализовали больше 60 проектов. Еще 200 в планах. Местным бизнесменам содействует аграрная кредитная корпорация, дочерняя организация национального управляющего холдинга «Байтерек». Пару месяцев назад Куаныш Даншабаев расширил свою ферму. К уже имеющимся козам и верблюдам мужчина купил 6 племенных коров симментальской породы. За них заплатил 4 миллиона тенге. Деньги я взял на 5 лет в рамках программы «Дорожная карта занятости». Это очень выгодно. Во-первых, здесь всего 6% годовых, а во-вторых, полгода льготный период. К примеру, сейчас я оплачиваю всего 20 тысяч тенге, и только спустя время 94 тысячи. Есть время твердо встать на ноги. Ему вторит автомеханик Гарифулат Мурадов из села Баенды. Мужчина на свои средства построил 5 автобоксов, а вот денег на оборудование для СТО не хватило. Помогла аграрно-кредитная корпорация. Льготный заем на 7 миллионов 200 тысяч тенге. Кредит у меня на 5 лет. С такими удобными условиями заниматься любимым делом совсем просто. Для старта своего дела соискателю нужно быть выпускником проекта «Бастау Бизнес» либо других госпрограмм обучения и иметь залоговое имущество. Для города максимальная сумма там 8 тысяч МРП, это около 23 миллионов тенге. Для села там у нас 2500 МРП, это около 7 миллионов 200 тысяч тенге. На сегодняшний день более 60 уже проектов мы профинансировали на 275 миллионов тенге. На микрокредитование бизнеса в регионах аграрная кредитная корпорация выделила 22,5 миллиарда тенге. По всей стране уже заработали новые теплицы, фермы, парикмахерские, продуктовые магазины и другие виды бизнеса. Тамара Степанова, Салмат Бикбаев, Мангыстауская область, Хабар 24.